празднуем Рождество, и наступил период, который называется святки. Святки – это значит эти дни святые. Ну, что значит святые? Это значит, что нужно их провести свято. Конечно, сейчас у нас радость, застолье. Ну, нужно помнить о умеренности, чтобы не превращать праздник в повод пьянству и какому-то, ну, просто неумеренному такому объедению и опивству. И еще некоторые люди говорят, что на святки надо гадать. Как бы традиция древняя, старинная. Вы знаете, не все традиции хорошие. В традициях было давно, испокон веков, и пьянствовать, и мужья жен били, и что это, хорошие традиции. Так же и здесь. Святочное гадание – это традиция языческая. Библия прямо и однозначно говорит, что гадания не просто мирские и противные перед Богом, но они никак не вписываются ни в какую веру христианскую, ни в какую веру истинного Бога. Потому что гадание – это язычество, а язычество совмещать с верой в Бога невозможно. Поэтому проведем этот день свято до Богоявления, с Рождества до Богоявления. Этот период называется святки. Проведем свято, к чему вас и призываю. И еще раз поздравляю с Рождеством Христовым.